Здравствуйте, меня зовут Альбина Богутинская, и сегодня я покажу вам красивый жилой дом, который расположен всего в 27 километрах от Московской кольцевой автодороги по Новорязанскому шоссе. Адрес дома: Московская область, Раменский район, сельское поселение Софьинское, деревня Паткино. Продается трехэтажный дом площадью 211 квадратных метров постройки 1999 года. Фундамент ленточный, материал стен кирпич, перекрытие железобетонные плиты. На первом этаже расположились закрытая веранда, на которую есть вход с двух сторон, прихожая, совмещенный санузел с ванной, просторная кухня-столовая и гостиная. На втором этаже коридор, совмещенный санузел с душевой кабиной, гостиной и две спальни, расположенные друг напротив друга. В цокольном этаже большая комната, которая прекрасно подходит под тренажерный зал, котельное и подсобное помещение, гараж для стоянки одного автомобиля. Дом продается с мебелью и техникой по согласованию сторон. Комплектующие: кровля, металлочерепица, под кровлей толстый слой утеплителя, окна двухкамерные, стеклопакеты, на полах ламинат и плитка. Земельный участок площадью 13,5 соток правильной формы. Размеры участка 21 на 65 метров, рельеф ровный. Участок огорожен металлическим забором с автоматическими воротами. За участком находится благоустроенная территория с высаженными лесными деревьями. На территории вокруг дома и рядом с участком есть богатый плодовыми деревьями сад, который приносит хороший урожай. Есть яблони, груши, сливы, черешня, виноград, персик, вишня, смородина и малина. Кроме дома на участке есть русская баня с верандой площадью 45 квадратных метров, мастерская с холодной комнатой для хранения домашних заготовок, вольер для собак и навес для стоянки еще одного автомобиля. Соседи с двух сторон. Коммуникации: электричество, магистральный газ, две скважины, одна из которых предназначена для полива огорода, канализация в переливной септик. Уровни сотовой связи и мобильного интернета здесь отличные. Инфраструктура и место: круглогодично асфальтированный подъезд прямо до участка. Напротив участка есть детская площадка. Рядом есть лесной массив, озера, Москва-река и пруд с платной рыбалкой. Здесь нет никаких целевых взносов. Участок относится к деревне. Стоимость коммунального обслуживания, как в однокомнатной квартире. В поселении Софьино есть детские сады и школы, несколько сетевых магазинов. В поселке имени Тельмана находится известная ломоносовская школа-пансионат. С остановки Паткино детей развозят по школам в Софьино и в поселок имени Тельмана. Городская инфраструктура находится всего в 19 километрах в подмосковных городах Жуковский, Бронницы и Раменское. Украшением поселения считается единоверческий храмовый комплекс в Михайловской слободе и храм великомученика Никиты в селе Софьино. Транспорт. Автобусная остановка находится в 100 метрах от участка. Отсюда вы можете доехать за 1 час до станции метро Котельники, Кузьминки и Выхино на автобусе, а также в ближайшие подмосковные города и села. Документы. Земельный участок, дом и баня находятся в частной собственности с 2012 года. Отсутствуют какие-либо имущественные или правовые обременения. Документы готовы к сделке. Не откладывайте свою жизнь на завтра. Звоните мне уже сегодня, и я с радостью покажу вам этот дом.